Дорогие мои подписчики и зрители, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Большое спасибо! Хорошие и добро пожаловать на вкусный канал Лилии Золвис. Я сегодня выходная, за окном у нас валит снег, пуржит, а дома тепло и уютно.
Поэтому весь день я путешествую по своим 12 квадратным метрам. То одно сделала, то другое, одним словом, домашние хлопоты. День пролетел быстро, и наступило время поесть. Поэтому я сейчас берусь за готовку. Кому интересно, оставайтесь со мной. Надо приготовить вкусно, но быстро. У меня будет классический салат с тунца и омлет с беконом и помидорами.
Сегодня я сделала вот такую подставку из натуральных брусков дерева, и она мне будет служить в кухне для того, чтобы было приятно трапезничать. Еда вкуснее, если подавать ее на красивой посуде. Ну и во всем остальном, касаемо кухни, должно быть прекрасно. И мне приятного аппетита. Всем спасибо за просмотр, за ваше время. Всем отличного настроения, приятных, красивых вещей. И до новых встреч. Всем пока-пока.